помощь. Серьезно, не думаю, что есть. Это его все боятся? Русские? Я ждал у ребят Шульца. Да, я выпендриваюсь. Никаких фокусов! Дери! И почему не всегда так получается? Чтобы попасть туда, надо убрать мусор. Надо тут все расчистить. Без проблем. Влад займется. Он мелкий пролезет. Грязная работа это для Влада. Он ведь не жирный, не то что они. Я понял, док.
Дальше мне по шахтам не пройти. Как тебя зовут? Макс. Макс Дилан. Выбирай, Макс. Либо ты скажешь, где оружие, либо умрешь. Я инженер-электрик. У меня нет туда доступа. Не повезло тебе, а, Макс? Ноздри я не закрывал, так что храпеть не будешь. Можешь не благодарить. Дело плохо. Полно полиции. Они к заложникам не полезут. Да, риск есть, но надо добраться до оружия раньше Шульца. Я его видел! Не то, что ты плохо работал, хотя так и есть. Ты решил, стану бандитом? Ты думал, деньги, роскошь и власть? Ну а теперь что скажешь? Где же ты был всю мою жизнь? Они все говорят про оружие. Спорю на свою паутину, Шульц пробивается в отдел спецпроектов. Thank you.
Вы мистер Паук? Просто Паук. Мистер Паук — это мой папа. Как тебя зовут? Макс. Макс Дилан. Я программист. Макс, ты должен мне помочь. Стать моими глазами и ушами. Сумеешь? Правда? В смысле, да! Я не подведу. Так, выведи заложников через лестницу Си. Там все чисто. Я в тебя верю, коллега. Коллега? Внимание! Блокировка взрывостойких дверей. Эвакуация. Это не учебная тревога. Они повредили реактор, идет перегрузка. И что потом? Света не будет? Это экспериментальный термоядерный реактор. Если он взорвется, мы умрем. Класс. Где он? Двери заблокированы. Теперь к нему есть только один путь. По этим конвейерам реактор идет охладитель. Вы ведь можете... Если рванет, в центре Манхэттена будет большущая дыра. Надо найти систему охлаждения. Вот она! Я могу пустить охладитель. Надо найти систему охлаждения. Всех! Что они тут делают? Прячьтесь! Мочи их! Эти ребята и так очень опасны. Я не позволю им завладеть оружием Оскорп. Я не могу биться со всеми сразу. Зато могу убирать их по одному.
парни! Я его видел! Русские! Пусть все умрут! Я его видел! Катись отсюда, клоп, или тоже сдохнешь! Я его видел! Жди своей очереди, клопик! Ты бы у нас в России зимой сразу подох! Хотите оружие? Отнимите его у нас! Ба! Он там! Да. Паук? Чёрт его! Убивайте!
За нами будущее! Половина. Но даже одна рабочая пушка нам здесь ни к чему. Иди к папочке. Не пострадала. Чего не скажешь о злодеях.
могу работать в таких условиях. У тебя изо рта воняет. И, разумеется, Дейли Бьюгл никогда не снимает таких побед. О, нет! Что с тобой? Или у вас у всех одинаковые приемы? Думаю, я ясно выразился. А теперь подумай над своим поведением. Герман, ты здесь? Прочел мое объявление «Жди меня»? Думаешь, я сбегу, а? Оставлю Нью-Йорк таким уродом? Нет уж! Только тот инструмент нужен. И он у меня есть! Поздоровайся с потрясающими сейсмоперчатками! Или как я их называю? Шокером! Бандит, ты думал, ты не роскошь власть? Трофей! И это твое оружие? Вот тоска! Давай, Герман, принеси толпу! Ты мог бы сделать состояние на молочных коктейлях! Погоди, я сейчас это что? Освою! Ты покой! Ну вот, уже затошнило. Если меня вырвет прямо в маску, за химчистку будешь ты платить. Я бы сказал, что в жизни есть и другие возможности, но насчет тебя не уверен. Шокером, причем на полном серьезе. Поберегись!
хотя бы сделай вид, что стараюсь. Я это здание с землей сравняю, если потребуется. Хватаю, учитывая, какие гадости они здесь произвели. Дом рассчитан на землетрясение в 9,5 баллов, так что расслабься. Шейк на завтрак, шейк на обед и хороший шлепок прямо на темечко в ужин. Не сажай меня, друг, а? Там до меня русские доберутся! Ты можешь заключить сделку с прокурором Харпером, тебя защитят, если разборки остановишь. Страдают невинные люди. Я не могу! Я здесь уже никто, а? Все банды в городе воюют! Все друг друга до смерти боятся! Русские добрались сюда почти в одно время с тобой. Я знаю. Видно, один из моих ребят сболтнул. Назовем твое будущее неопределенным. Что они будут делать? Вооружаться. Уберут всех, кто остался от моей банды, а заодно и остальных. Они бешеные, обещаю. Когда они закончат, ты будешь тосковать по Герману Шульцу, а? Так, ты, значит, искал здесь оружие? Именно так. Пушки тут не помогут. Каждому нужен какой-нибудь туз в рукаве. Такое оружие, чтобы против целой армии выстоять. Могу поспорить, им плевать, кто попадет под обстрел. Поэтому их и зовут бандитами. И чего вы такие крутые боитесь? Карнаж киллера! Он убивает моих ребят, русских, людей мистера негатива. Все думают, что остальные платят ему. И я начинаю опасаться, что он какой-то урод. Вроде той гигантской ящерицы или малого с роботами. Значит, пока он убивает, война гангстеров не кончится. Еще хуже станет. Если не хочешь, чтобы от тебя мокрое место оставили, расскажи копам все, что знаешь о разборках. Ладно, но это бестолку. Тут полно идиотов с пушками, они только и ждут, когда киллер до них доберется. Это как пожар. Будет только хуже, а? Ха. Хоть я над этими штуками и смеюсь, они очень недурны. Если бы такую кинетическую энергию да в мою паутину... И кто здесь вор, а? Наверное, это ошибка. Они используют мою силовую решетку. Это в точности мой проект. Мама говорит, они украли ее. Какой же я дурак, что не оформил патент, но ведь я работал на Оскорб много лет. Они бы так не поступили. Это какая-то ошибка. Все так огорчились из-за смерти мистера Осборна, что забыли обо мне. Надо поговорить с боссом. Пойду к мистеру Менкину. Они должны меня заметить. Мой отец оставил мне все, что имел.